Танюха! Танюха, иди сюда, Господи, Боже мой, Танюха! Быстро, 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 быстро! Танюха, Танюха, может, а? Ну, может, ну, а? Ты что? И мамы твоей дома нету. Ты давай. Что? Побыстрее. Сейчас будут диктовать народные рецепты от всех болячек. Танюха, ну мы ж по-быстренькому, а? Давай, 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 как давай. Как всегда. Да, это тоже от всех болячек, а? Потом. Ура, потом, 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 потом. Танюх. А потом это когда? Потом у меня голова болит. Я чё ж не знаю, а? У тебя ж голова всегда. Я ж не про это. А про что? Я по поводу выпить. Ну ты ж принесла с работы. Ну я ж видел. Ну давай, 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 давай. Налей мужу, а? И мы твою голову сильно озадачивать не будем. Уйди, маньяк. Тихо. Рецепт от лысины. Ну вот тебе-то зачем от лысины, а? У тебя ж волосы везде. Вон, даже в супе. Больше ты супа не увидишь. Как? Так. Желток воробьиного яйца. Ой. Смешать с 50 граммами горчицы, добавить луковку, смешать с нитратом аммония. Танюха, а нитрат аммония это вещь, а? Как рванет! И ни одного волоса. Нигде. Даже в супе. И вот такое настроение, а, Танюха, на месте не усидишь, а? Ну-ка, барыня, барыня, сударыня, барыня. Танюха, ну-ка, налей танцору, а? Барыня, барыня, сударыня, барыня. Хава, 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 хава. Тихо! Из-за тебя прослушала, сколько нужно нитрат аммония. Ой, Танюха, ну как всегда, 100 граммов. А ты откуда знаешь? А меньше 100 граммов смысла нет. А можно и 150, а, Танюх? Ну-ка, барыня, барыня, сударыня, барыня. Ой-ой-ой-ой. Танюха, чем не тодос? Ну-ка, налей тодосу спиртодоса. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Хава! Смесь залить спиртом. Так, 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 так. Это и поставить в темное место. На 2 года. За что спирт на 2 года? Какие звери, Танюха? После этого принимать 3 года по 7 капель на каждый волос головы. Хороший рецепт! Ты чё, Танюха? Какие 7 капель? Ты чё, глухая? Я сам лично слышал. Он сказал, по 177 капель на каждый волос обоих супругов. А у тебя одной волос 2 миллиарда. Тихо, рецепт. Ага. Чтобы кошка не царапала когтями мебель, надо взять нитрат аммония, 50 граммов горчицы. Ты чё, соображаешь? Ну куда горчицу кошке? Под хвост. Залить спиртом? Не дам! О! Кошку люблю, но спирту не дам! А тебя никто не спрашивает. И поставь в темное место на 2 месяца. Господи, после этого залить кошке. Слушай, а может мне зальем, а? Ну сразу, а? Ну что 2 месяца ждать, а? Танюха, а спиртусик у меня внутри. Будет и в тепле, и в темноте, Танюсик. Ну, давай, 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 переключай на другой канал. Уйди, маньяк. Про суставы. Боже мой, Господи. Я давно искала рецепт про суставы. Ой, Господи. Так, надо взять нитрат аммония, 50 граммов горчицы, луковку, добавить спирта и поместить... Неужели опять в темноту? Маньяк какие, Танюха, а? Ну, спирт в темноте, а? Ну, ты только представь себе. Ну, вот так идешь, 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 и вдруг... Ой! Спирт в темноте! Ой! Ой! Ужас какой-то, а? Ой! И скрип суставов прекратится.
Через 12-15 лет. Хороший рецепт. Чё тут хорошего, Танюха? Кроме вон спирт с луковкой. Да через 12-15 лет, Танюха, у нас с тобой суставы и так перестанут скрипеть, а? Барня, барня! Уйди, маньяк! Тихо, рецепт! Так, чтобы мужчина и в 90 лет был орлом. Кем-кем? Орлом! Что был в 90 лет! В 90 лет? Да. Орлом? Да. Это что, с тобой, что ли? Я только хотел сказать, интересно, интересно. Вот это вот запиши обязательно. Ну, давай. И что там делать надо? Взять литр. Хорошо. Луковочку. А луковочке так лет 18. И в темноте? Да можно и не в темноте. Взять нитрат аммония. Танюха, да в 18 лет. Ой. Да вы все как нитрат аммония. Помню, ты в 18 лет, а? 60 килограммов. 50. 50 килограммов сплошного нитрата аммония. Помню, бывало, как рванешь. Ай! Ты чего это? Ты чего это? Ой, не рассчитал дозировку, боже мой. Ой. Спирт. Ага. Горчица, луковочка. Ой. Я ничего не понимаю. Да. Ты всю жизнь только это и принимал. Ага. Спирт, горчицу, луковочку. Ага. А что толку? Ни на свету, ни в темноте. А потому что рядом, Танюха, нитрат аммония кончился. Ай! На, пиши теперь сам. Да надо мне это писать. Пиши, пиши. Сейчас будут диктовать великий рецепт друидов. Кого, кого? Друидов знать надо. Ах, друидов. Да. Ну, это другое дело. Ну-ка, что там этот друид говорит-то? О, Танюх, а вот это я обязательно запишу. Хороший рецепт. А что рецепт-то? Трещишь, ничего не слышно. От того, Танюха, чтоб твои родственники мою кровь не пили. Чего-чего? Чтобы кровь не пили. Итак, чтобы родственники не пили кровь, надо взять 6 кг нитрата аммония. Он этого не говорил. Говорил. 20 кг пургена. Он этого не говорил. Говорил. Друид сам лично говорил. Взять пучок хрена. Нет, лучше 3 пучка хрена. И давать эту смесь самому вредному родственнику по стакану 200 раз в день. И дяде Коле будешь давать? А твоему дяде Коле, Танюха, двойную дозу. И моей маме будешь давать? А твоей маме, Танюха, в первую очередь. Это что это сейчас здесь просвистело, а? Вот учти, с сегодняшнего вечера и начнем. А как-то без этого можно обойтись? Даже не знаю. Не знаю, Танюх. Вот здоровье твоей родни для меня на первом месте. Ну, может, как-то договоримся. Ну и как? Ну, ты что-то там говорил про нитрат аммония. Чего? И у меня где-то залежался. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Спиртовский. Да. А мама? В бане. А дядя Коля? На рынке долго. А голова? Не болит. Ой, все-таки эти народные рецепты. Хорошая штука, Танюха. Наливай за друидов!